Мне приписывают столько отвратительных всяких этих 14 стихов. Я не хочу даже о них говорить. Я в Ленинград приехал, в Петербург. Иду на вокзале. Написано «Эпиграммы Гафта». Открываю. Три моих 40 гадостей. Вот и все. А что ты можешь с этим делать? И продают. Ну что, ты будешь орать на весь мир? Кто я такой? Там еще вот какая штука в этом же... Как мы отличим в этой книжке эпиграммы Гафта от неэпиграмм Гафта? Как вообще вы определили бы нижний предел, ниже которого нельзя спускаться? Нижний предел, потому что там пошлятина, в чистом виде. Я никогда не касаюсь таких близких отношений. Человека, про которого я пишу. Я его не обличаю, ничего не говорю. У вас были общие представления вот у вашего поколения о том, что можно, что нельзя, после чего выставляли на улицу? Понимаете, по сравнению с тем, что происходит сейчас. Да, конечно. Но это большая разница. В чем? Понимаете, мы сейчас освобождены. Свобода. Свобода. Оно дурное слово у нас. Им пользуются люди, которые себя ведут свободно, но безответственно и нахально. Совести нет. Совесть должна быть у человека. Особенно, когда сейчас мы ее приобрели, надо этим дорожить. Надо не портить это слово. Скажите. Понимаете, я вам сейчас прочитаю одно стихотворение, которое я написал в Висборо. «Попса дробит шрапнелью нашей души. Ее за это не привлечь к суду. Часть поколений выросла на чуши, и новое рождается в бреду. О, солнышко лесное, чудо-песня, как мы в неволе пели, чудаки! Пришла свобода, стали интересней песклявые уродцы-пошляки. Слова ничто, есть вопли вырождения. Тот знаменит, кто больше не здоров, кто выйдет петь без всякого стеснения, без совести, без страха, без штанов. Где песни, чтобы спеть ее хотелось? Слова где, чтобы вовеки не забыть? Ну что горланить про кусочек тела, который с кем-то очень хочет жить? С телеэкрана, как из ресторана, для пущей важности прибавив хрипотцы, они пудами сыпят соль на раны, как на капусту или огурцы. В халатике бесполая фигура запела, оголившись без причин. Противно это. Спой нам, Юра, о женской теплоте и мужестве мужчин.